Добрый вечер, дамы и господа. Итак, третий сезон открытого чемпионата по рок-н-роллу выпало открывать нам, то есть группе Джаспер Ли. Hello, everybody!
подумать, только третий сезон уже. Оглянуться назад хочется. Что за это время было? И кто с нами за компанию? Девушки, желательно. Look at that. Для начала через дверь. She goes such a blue-hole smile.
Как говорил товарищ Левлюри, не блюзмен тот, кто не сидел в тюряге. Попытаемся как-нибудь все-таки заочно с этим делом познакомиться. Старинная зэковская песня про специальные полночные перевозящие. Вот у меня спешл. Thank you.
Вот так и живем. Направо-налево ездим, поигрываем. Just like traveling band, как говорит мой старый друг. Ну как в Америке прям. Traveling band. Человек по имени Билли Гиббонс имеет привычку носить трое часов на одной руке. Одни показывают нью-йоркское время, другие лос-анджелесское, ну и одни, конечно же, техасское. Чтобы расписание не перепутать и попасть вовремя к месту назначения. Waiting for a bus, Holland, Texas time. We'll be right back.
И, как всегда, по традиции, несколько слов о любви. Let's give me all your loving. I'm so sorry.
несколько слов об искусстве одеваться. Я не мужчина, dressed man. Для справки. А о чем речь идет? Догадайтесь сами. Бирнбаш. Бирнбаш.
Цыганка с картами. Дорога дальняя. Известно куда. В каком направлении. Вот туда съезди. Чуть-чуть по-другому слегка так. Константин Резниченко, соло гитара. Алексей Киселев, ударная. Сергей Егоров, бас-гитара. Ростислав Зайцев. We are just really! Take a last bomb, mess.
Спасибо и до новых встреч.